Еще недавно здесь был пустырь, а сегодня территория заполнена детьми. Во дворе дома номер 47 на Юбилейном проспекте открыли новую детскую игровую площадку. В считанные минуты местная детвора со всего района уже успела проверить на прочность все игровые элементы и дать оценку качества комплекса. Я Дима, и мне эта площадка очень сильно нравится. Мы используем ее чаще всего по догонялкам, и здесь много лазеек. А тебе что нравится? Вертолет. Потому что на нашей площадке такого нет. Игровой комплекс в виде вертолета, качели, горки и карусели пришлись по душе детям. А вот родители обратили внимание на безопасность площадки. Площадка очень понравилась. Хорошая, удобная. Вот. Детям самое главное нравится. Мне нравится, что она не железная, что нету ничего такого прям острого. Вот. Безопасно. Да, безопасно и удобно, что и место есть, и пространство, и безопасно. Здесь теперь всегда детский смех. Раньше она вставала, да, мы просто мимо проходили, а теперь мы можем мимо пройти всегда здесь. Спасибо большое. Детская площадка построена по программе губернатора. Торжественное открытие новой игровой зоны прошло в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Каждый практически год появляется все больше и больше зон таких вот игровых для наших детей, для нашего подрастающего поколения. И с благодарностью сегодня родители и дети, которым устроили праздник по открытию такого прекрасного места сбора наших детей. Ну а чтобы родители, будучи дома, не беспокоились за детей, которые проводят время на игровых комплексах, площадки в Химках оснащают видеокамерами системы «Безопасный регион». Уже установлено около 150 камер у игровых зон. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.